Вот такая вот банка, жестянка обычная. Такие шиномонтажные глаза. Клейки, набивные. Ложечку берем. Так, ее бы, конечно, лучше зафиксировать. Неудобно просто, ребят, снимать и делать. Вот так. Все, ждем, когда застынет. Ну и все. Она уже застыла, мы ее... вот так и получаем вот такой грузик. По весу у нас он нормальный, как и эти. Вот мне получается, сколько их тут всяких. Ну, они в принципе у меня одинаковые выходят. Ну, может, где-то не долью, где-то перелью чуть-чуть, принцип тот же. Все, продолжаем плавить. Ну что, вобьем саморезом? Такие грузики у меня получились. Как раз вот на мою снасть на Налима. Я уже, кстати, ее делал, я выпускал ролик. Внизу в описании я оставлю на этот ролик ссылку. Переходите, смотрите. Это был канал «Там, где я». Подписывайтесь, не пропускайте мои видосики. Всем пока.